Да, здравствуйте, дорогие друзья. Сейчас произойдет очередная передача автомобиля, купленного в автобазаре. Это Dodge Ram RX. Сейчас мы спросим у владельца, как он ее покупал и какие у него остались впечатления. Да. Вот такой симпатичный автомобиль. Да, Данил, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Хотел буквально пару слов о том, как вы купили в автобазар эту замечательную машину. Ну вот, что понравилось, что не понравилось. Вообще все было супер. Сразу предложили какие доп. Оборудования установить под эту машину. Так машина новая, еще не знали, что устанавливать. Можно, что нельзя. Сразу все подобрали, установили. Вот этот пункт замечательный появился на ней с палаткой. Который мы очень хотели. Сделали все быстро. Быстрее, чем то, что нам предлагали конкуренты, скажем так. Ваши конкуренты. Не знаю, машина супер. Сделали быстро, все сделали по договору, по безналичной оплате. Вопросов никаких не было. Ну, в общем, я так понимаю, будете рекомендовать. Да, конечно. Да. Большое вам спасибо. Удачи. Спасибо.